Так, продолжаем. Что? Что, простите, почему мой грузовик наполовину в дереве? Можно вам такой вопрос нелепый задать? Ой, давайте только без этого, без вот этого прохождения в текстуры там. Других багоглюков. Только этого мне сейчас не хватало. Может протянуть его в другую сторону, в наглую. Так, будет как-то поцелесообразнее, наверное, да? И потом уже в эту сторону. Давай, давай, давай. Нет, так не получится. Тихо, 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 тихо. Да, без курьезов на этой карте тоже не обойдется, да? Уже не обходится. Уже не обошлось. Все из-за того, что я просто тупо... Да что ж с этим деревом не так-то? Ёперный театр! Пипец! Теперь, пожалуйста, дайте мне просто отъехать назад. Я больше ничего не хочу. Так. Давай, давай, назад. Обо что я опять там? Там еще одно дерево, что ли? Гребаный колхозник, а? Почему я вперед теперь не... А, здесь тоже дерево. Да. Я забыл, что здесь тоже дерево, спасибо. Все это конкретно нехорошо. Ой, только не обратно на этот. Нет, 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 не задняя, не задняя, только не задняя. Статус-кво возвращается, да? Из-за того, что я врубил не ту передачу. Так. Нам нужен тот гараж. Нужен. Просто нужен, и все. Мне нужно посмотреть, есть ли здесь дорога или нет. Всего-то нужно заехать мазом вот сюда. Если там дорога, то все будет нормально. Там потом нужно будет просто полуприцеп этот загнать как-то. Тому гаражу и все. Но там дорога не такая вот жесткая. Но я думаю, масс нормально сюда заедет на полных очках здоровья. Дорога здесь. Ну, это, наверное, та дорога. Насколько я подозреваю, да? Ну да, здесь другой не может быть. Да, здесь указан лес кромешный, но нет, здесь есть дорога. Оставим грузовик здесь, потому что, возможно, масс придется все-таки вытаскивать.
Ты еще попробуй его отсюда вытащи. Хватит жрать топливо галлонами. Я даже деревьев не вижу в этой темноте. Черти знает, что происходит. Да, что у меня подозрение такое, что просто тупо не хватит топлива. На полуприцеп мазовский. Уралом, что ли, придется тащить, я не знаю. Вроде там ничего опасного такого особо нету. Ты еще застрянь обо что-нибудь. Да, разворачиваться здесь на Амазе — это то еще удовольствие. Короче, поехали вперед. Тут хорошее место. Относительно, конечно. Мы здесь вроде и заезжали. Так, зря я камеру приключил. Ну, вот видите, вот камера, я не вижу просто, куда мой грузовик едет. Где его кабина по отношению к этому дереву, я это дерево даже вообще не видел. Сейчас опять застрял. Да, здравствуйте, приехали. По-моему, в том же самом месте, что и КамАЗ застрял, да? Это еще не все. Ну вот теперь все. Сорок что-то там с чем-то литров топлива. Что я могу еще сказать? Не, ребят, это не дело. Я все понимаю, но этого я не понимаю. Без дифференциала здесь, к сожалению, вообще не выгребешь ничего, поэтому приходится разворачиваться с ним и вот такие вот маневры совершать. Нормально, я черпанул крышей. Ну и естественно, что мы делаем, что мы делаем. Мы, естественно, берем КамАЗ, что мы делаем. КамАЗ, кстати, тоже весь в уруне. Че, в цистерне-то есть еще 600. Топливо. Зато на КамАЗе покатаемся. Хоть раз. Не, на самом деле шикарная тачка. Я, правда, не туда поехал. Вот КамАЗ здесь шикарен просто. Хотя, возможно, я в нем еще и огорчусь.
Ну, кстати, по-моему, дифференциалов-то нет на задних мостах. То есть они и так уже дифференцированы. Точнее, ну, как бы, не дифференцированы. Наоборот. Хотя, может, и есть. Черт его знает. Ну, нам нужен этот гараж. Придется за него бороться. Грызть зубами просто грунт, пока мы его не получим. Потому что к тому гаражу бегать зачем-то, ну, это вообще не вариант, да? Сами понимаете. Нет, на все три оси здесь дифференциал. Странно, странно, ну ладно. Так, заезжаем на заправку. Это первое. Колеса здесь, правда, шоссейные, да, вот видите. Но нам только вниз забраться, а там уже не важно. Далее. Я надеюсь, он сейчас не просядет в грязь, в конце концов. Давайте опять слева поедем. Но он здесь проезжает просто как царь и бог. Несмотря на то, что у него там больше половины урона получено. Он все равно продолжает ехать, ему по барабану. И маневренный еще вдобавок. Держи еще урона, братишка. А вот это уже корни, это неприятно. Вот теперь мы сели, как цари. Если ты сел на корни, то все, тут уже ничего не поможет, кроме лебедки. Да и лебедки иногда может не помочь. Ну, посмотрите, вот эта вот дрянь называется корни, вы видите. Что они... Что? А что, дерево... Не понял. Что, я я дерево минуснул. Гринпис, не бей. Тихо. Тихо, вот это вот точно не надо. Радикальным методом мы, конечно, вырвались, но ладно. Вот то, что он низкий, да, он постоянно получает урон. Если он в яму какую-нибудь бухивается, то как бы он бьется, естественно, корпусом сразу же. Там об камни можно сейчас получить нехило. Цистерна. Фигас 20. Цистерна. Вот так уже получше. Пересесть. Ой, ладно, поехали. Сейчас еще здесь развернуться надо. Не напоровшись при этом на... На пень какой-нибудь. Давай без дифференциала попробуем. Не вариант.